Аджиме. Ну вот мы видим, уважаемые зрители, как сейчас юные совсем дзюдоисты проводят игру «Борьба за ленточку». И мы видим, что борьба идет на самом деле не шуточная. Ребята пытаются вытащить ленточку у своего партнера не только в положении стоя, но и в положении лежа. Да, кому-то это удается быстро сделать, кому-то медленнее, но в любом случае вы видите, что проходит достаточно интенсивная двигательная активность. Благодаря вот такой игре ребята учатся владеть своим телом, улучшают такие свои физические способности, как быстрота, ловкость, сила, ну а также умение защищаться и в то же время проводить атакующие действия. Еще очень хорошо развиваются в этой игре координационные способности. Молодцы все. У нас пришел Волков Кирилл. Волков. Кто у нас Волков Кирилл? Я. Скажи, какую оценку ты даешь себе? От одного... 1, 2, 3, 4, 5. Какую оценку ты даешь? Хорошо у тебя было или плохо? Хорошо. Хорошо. Оценка 4. Хорошо. А как, с кем ты вот играл в игру с ленточкой? С кем ты? Вот сзади тебя стоит, да, Варвара? Как она играла в игру? Хорошо. И Варвара играла хорошо. Молодец. И ей четверочка. Молодец. На, неси, маме отдавай. Так, Варвара у нас пришла. Варвара, маленькая девочка, сейчас нам скажет, как она играла в эту игру. Скажи. Вот, она играла отлично. Аплодисменты Варваре. Она играла отлично. А твой партнер, как, с кем ты играла? Хорошо. А партнер играл? Хорошо. Тоже аплодисменты партнеру. Молодец, Варвара. Иди, относи листочек. И следующий у нас подошел. Кто у нас? Динар. Скажи, Динар, как ты играл в этой игре? Я тоже
пятерку. На пятерку, скромно сказал Динара. А твой партнер? Тоже. Тоже на пятерку. Молодец, Динар, и твой партнер. Аплодисменты тебе. Так, становись сюда. Итак, Белозер, Тимофей, как ты играл в эту игру? Пятерку ставит Тимофей. Молодец. А твой партнер? Тоже. И партнеру своему пятерку Тимофей подарил. Молодец. Хаджиме. Итак, начался второй поединок. Борьба за ленточку. Уже ребята потяжелее сейчас на татами. Борьба идет поинтенсивнее, вы видите, и больше такой силовой борьбы даже, я бы сказал. Да, если нужна поддержка, конечно, родители могут оказать техническую помощь. Да, все в порядке. Ребята, в процессе интенсивная игра. Да, не надо останавливаться. Если у вас вытащили ленточку, опять вставляйте ее и продолжайте игру. Листочки и говорите оценки. Итак, Санкевич, какую оценку своему партнеру? Тройку. Так, есть оценка. А себе? Себе тоже тройку. И себе. Удовлетворительно. Аплодисменты поддерживаем участников. Милов Андрей. Можно я поставлю? Партнеру поставлю 5. А себе 2. Ты чего? Ты что творишь? О? Мой ученик громко получил. Так, у нас Соболев Даниил. Своему партнеру 4. Сверх 5. Не стесняйтесь, говорите так, как вы считаете нужным. И с вашей точки зрения. Так, следующий у нас Досов. Партнеру поставлю 4. Четверка партнера себе. Пятерку. Договорились. Так, следующий. У нас Михаил. Нет. Никита. Никита, привет. Скажи привет. Давай, какую оценку ты поставишь за эту игру себе? Двойка. Ну, неплохо тоже. Двойка неплохо. А партнеру? Четверка. И четверка тоже неплохо. Молодец. Следующий. Гуд, Владислав. Себе какую оценку? 5. Партнер? 3. Партнер 3. Молодец. Так, следующий у нас Арбатов Александр. Давай, оценку партнеру. 4. 4. Себе? 5.
5. Так, кто у нас еще остался? Вот он. Скрывался в синем кимоно за моей спиной. Что хотел, укусить? Нет. Боролся, как лев. Давай, говори себе оценку, какую ставишь. Ну, 4. Так, а партнер? Ну, тоже. И партнер 4. Ну, молодец. Дзюдо существует для родителей, я объясняю, различные приемы, которые проводятся в стойке и в партере. В данном случае, вот сейчас попытался у нас Бабаев Илья провести прием, и вот он сейчас сделал прием в Азаре, получил оценку удержания и даже зафиксировал болевой прием. Ну, видно, что, конечно, Илья, наверное, все-таки более подготовлен. Больше времени тренируется, и вот сейчас он демонстрирует свое некое превосходство в этом поединке, но в то же время и Добрыжинский Илья тоже должен, наверное, для него самого не расстраиваться и пытаться продемонстрировать то, на что он способен именно сегодня, в данный момент. Так, уважаемые участники, пожалуйста, не бегайте через татами. Кто сейчас отдыхает, пожалуйста, сидите где-нибудь в стороне. Итак, мы сейчас видели, как еще один прием сделал Илья Бабаев. Он провел бросок и потом пытался сделать удержание, но его партнер Добрыжинский Илья ушел с этого удержания, и поединок продолжается в стойке. Даже я хочу сказать, что это не поединок, а игра дзюдоистов. В этой игре задача уронить своего партнера на татами различными техническими действиями. Подножками, зацепами, бросками с помощью рук, ног, туловища. Ну вот вы видите, сейчас пытается сделать прием, который называется по-японски огоши. Бабаев Илья, да, у него получилось это сделать. И вот он сделал бросок, и сейчас пытается сделать удержание, опять зафиксировать даже болевой, но пока он только держит удержание. Удержание мы держим 20 секунд. Есть удержание, зафиксировано. Да. И даже в конце удержания Илья Бабаев опять провел болевой захват. И на этом время игры для этих дзюдоистов закончилось. Они становятся друг другу перед собой. Команда Рей. И поединок закончился. Да, молодцы. И, пожалуйста, принесите свои листочки. Хаджиме. Ну вот вы видите, даже у детей игра за ленточку проходит более интенсивнее, интереснее, чем вот предыдущие поединки дзюдоистов, которые пытались друг друга бросить с помощью бросков. Конечно же, для детей в первую очередь необходимо, чтобы был игровой момент в любой деятельности. Все-таки игра дает больше положительных эмоций, чем отрицательных. Особенно если в этой игре, как говорится, ни один кролик не пострадал. Мате! Ну вот, ребята уже, как и в прошлый раз, немножко наверное, так потяжелее вышли на татами. И у них уже игра началась
более, наверное, такая серьезная и активная. Физически покрепче ребята, и мы видим, что уже борьба и игра идет не шуточная. Вообще вот именно такая игра развивает в человеке для его специализации в дзюдо очень хорошие качества, такие как координация, я уже говорил, но еще и умение выбрать позицию для атакующих и защитных действий, а также контролировать действия партнера. Мы видим, что идет активная работа руками, потому что ребята пытаются выдернуть ленточку у партнера. Вот и бывают случаи, когда эта игра переходит в положение лежа. И лежа здесь тоже идет активная работа и руками, и ногами. Иногда даже ребята вот пытаются и очень, так сказать, крепко прихватить друг друга. Не только за кимоно, но и за части тела, вот за голову, за ноги. Кто-то даже вот пытается применить приемы дзюдо в виде подсечек и подножек. Но в принципе это можно делать, но, конечно же, задача состоит в том, чтобы выдернуть ленточку. Мате, Рей, хорошо приносим ленточки. Ну вот мы сейчас видели первое техническое действие, которое провел Антон Мухин. Это прием можно назвать как укиатоси, такое выведение из равновесия, даже кудзуши с помощью рук он вывел из равновесия. Сейчас пытается сделать удержание и даже вот пытается сделать болевой захват. Не знаю, куда вот получилось у него это сделать. Почему это мы увидели? Потому что его партнер Доброжицкий Илья постучал по татами. Это означает, что он признал, что захват был болевой. И таким образом он дает команду своему партнеру, чтобы его он отпустил. Ну, поединок продолжается у нас, как я говорил, все 3 минуты. Сейчас посмотрим, сможет ли придумать что-то. Вот неплохая сейчас была попытка провести прием подсечку в колено Хидзигурума в исполнении Антона. А вот и прием Оучигари. Но неплохо Антон сейчас себя показывает. Да? Фиксация опять удержания и фиксация болевого захвата. Мы видим, что уже достаточно грамотно Антон действует. Что значит грамотно? Это он обязательно после приема в стойке переводит дальше техническое действие в партер для того, чтобы уже заблокировать все действия своего партнера в лёже. Ну вот сейчас, скорее всего, будет попытка сделать бросок Чогоши через бедро. Да, вот получается у Антона этот прием. И сейчас попытка сделать еще удержание, но уже это ближе за краю татами. Поэтому Сансей Низами поднимает стойку ребят, и они продолжат борьбу в положении стоя. Как вы видите, вот борьба начинается обязательно с захвата, потому что, конечно же, без захвата партнера нельзя провести никакой прием. Но захват должен быть не просто за кимоно, а захват должен быть удобный для проведения того или иного технического действия, приема.
как я говорил, приемов много в дзюдо. И вот время вышло, мате. Ребята молодцы. Каждый показал все, на что он способен в этом поединке. Рэй. Джуме. Мате, Рей, партнер, обязательно поблагодарите его. Так начался поединок среди старших ребят. Весовая категория до 42 килограмм. Эти ребята уже боролись, и мы видим, что они уже не первый год занимаются и владеют арсеналом приемов в стойке и в партере. Так что я думаю, что этот поединок будет достаточно интересный, насыщенный различными вариантами приемов. Но посмотрим, у кого получится продемонстрировать нам наиболее качественно этот поединок. И увидим сейчас, может быть, интересные приемы. Вот сейчас попытка сделать бросок через бедро, но, смотрите, Илья пытался сейчас контратаковать приемом назад, пытался опрокинуть Антона. Конечно же, эти ребята друг друга знают, они тренируются в одной группе, но посмотрим все-таки, насколько они... Несмотря на то, что и знают друг друга. Вот хороший контрприем. Антон сейчас пытается зафиксировать удержание, но Илья, смотрите, уходит с этого опасного положения. И сам пытается сейчас атаковать в борьбе лежа. Пытается перейти сейчас на удержание, но ему надо пройти через ноги. Но смотрите, Антон сейчас контратакует, но уже... Слишком вышли за пределы рабочей зоны ковра вот желтого квадрата. Поединок продолжается в стойке. Но немножечко вот они улыбаются, ребята. Ну, это, конечно, нормально все. Но в то же время давайте мы хотим увидеть праздничное дзюдо с каким-нибудь красивым приемом. Вот, смотрите, хорошая кидзугурума. Такая подсечка в колено была и фиксация удержания. Ну, посмотрим сейчас, сможет ли Антону уйти с этого
очень крепкого захвата, который держит Илья. Илья пытался сделать болевой захват, но вот в этот момент как раз-таки и вышел с опасного положения Антон. Мате. Ну вот, закончился поединок. Молодцы дзюдоисты. Рей. Аджуме.
Матер, Рей. Еще раз вас хочу поздравить с тем, как вы хорошо боролись, показали свои физические возможности, технику дзюдо, которую изучали и отрабатывали на занятиях. Молодцы, я вас поздравляю. Ваши поединки нам и родителям очень понравились. Вот. И мы решили наградить вас всех самой высокой наградой. У нас праздник, и вообще на таких вот спортивных мероприятиях очень важно ваше настроение. Ни в коем случае не следует расстраиваться. Если что-то не получается, это не повод для того, чтобы опустить руки, повернуться спиной к своему другу. Вы молодые спортсмены, молодые дзюдоисты, у вас все впереди. На тренировках мы сделаем необходимые выводы и на тренировках поправим, сделаем то, что надо для того, чтобы у вас получалось лучше и лучше. Ни в коем случае никогда не расстраивайтесь. Были моменты, ну, в следующий раз, надеюсь, их не будет. Договорились? Вы все молодцы, мы вас всех хвалим. Ура! Праздник подходит к концу. Теперь награждение. Мы приступаем к самому радостному событию для всех участников. Это, ну, вот подарки, которые тут собрали. Значит, что характерно, как говорится, среди подарков будет вот такой вот еще журнальчик «Мурзилка», вот, да, который нам любезно предоставила редакция журнала «Мурзилка». Здесь разные журналы, все они очень интересные, и я думаю, что всем будет полезно почитать. Там также есть стихотворение. Вот. Вы потом выучите какое-то стихотворение, придете, расскажете. Ну, самые малыши у нас приглашаются. Плотников Николай, Плотникова Варвара и Волков Кирилл. Бурные аплодисменты. Пам-п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 ам. Так, подойдите ко мне ближе, я возьму ваши руки. Вручу грамоты. Варвара Плотникова, Плотников Николай, Волков Кирилл. И, конечно же, медаль самого высокого достоинства, потому что вы у нас молодцы. Так, и вот самая маленькая возрастная группа, мы еще даем вот такие вот плакатики, музилки. Так, это у нас идет Варваре, это ее брату, а это Николай, да? Кирюша. А, Кирюша и Кирюша. Так, следующая группа 7-9 лет до 33 килограмм. Зимин Борис, Уваров Ярослав, Белозеров Тимофей, Мусин Динар. Самый
Ура! Давайте похлопаем. Так, все. Так, следующая группа 7-9 лет до 45 килограмм. Филиппов, Славомир, Санкевич, Севастьян, Соболев, Данил. Так, самая многочисленная возрастная группа 7-9 лет до 35 килограмм. Каргополов Никита, Шахарцов Кирилл, Милов Андрей, Гуд Владислав, Кучериненко Михаил, Арбатов Александр, Сафиулин Юсуф. Yeah.
старшая возрастная группа Мухин Антон, Доброжицкий Илья и Бабаев Илья. Я поздравляю всех своих учеников с наступающим Новым годом. Поздравляю их родителей и близких. Желаю в Новом году успехов, благополучия, побед, достижений. Этот год прошел достаточно плодотворно. Мы вместе трудились. На этом праздничном мероприятии, празднике Дзюдо, мы увидели плоды нашего труда и их работы. Дети развивают свои физические качества, интеллектуальные. Я работой их и своей достаточно доволен. Таким образом, мы подвели итоги этим мероприятием уходящего года. И в новом году я, конечно же, буду всем рад. Приходите на занятия, будем вместе учить, изучать, отрабатывать приемы дзюдо, развиваться, становиться лучше, лучше и лучше. Всех с наступающим, успехов и благополучия. До новых встреч! Я была очень рада всех видеть на этом новогоднем празднике в клубе «Сансей Низами». Я хочу пожелать вам успехов в наступающем новом году, и спортивных успехов, и личных успехов, и просто успехов.